А что если прочистить дымоход с помощью Леона? Пацаны, я предлагаю выйти на мид, заастралить и дать комбинацию. Да, чтобы он отошел. Да-да. Двойку ложи. Двойку. Там этот, кнопочку. Дал. Левый. Бро, лагает. Лагает. Антоха, первый ливай. Ливай, Абдулька. И на сегодня получается какое-то представление дегенератов. О, найкс. Чек сдал. Кнопки. А меня тут скарзы. Сайленсеру кинь кнопку. Ладно, вот так сделаем. Рокса проклята. Проклята. Сейчас я подкоп ей сделаю. Тракса проклят. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если прочистить дымоход с помощью Леона? Сегодня будем делать. Сегодня у нас на проводе два интересных чувака. Это Антонио. Я. Здравствуйте. И Абдушка. Ну, он, как говорится, выделяется умом и сообразительностью. Короче, ребят, стратегия максимально простая. У нас сегодня так, как у нас также прошлый видосик был посвящен Леончику. Сегодня у нас также будет Леончик. Так, подождите, или не прошлый? Ну, короче, ладно, раскидаю там видосы. Хорошо. Короче, забудьте то, что я сказал. Смотрите, сегодня мы используем Леона как уничтожителя задниц. Так как у него есть фингер, сегодня мы будем этот фингер пихать туда, куда не надо. С помощью Скай и с помощью Иридара. Почему именно эти герои? Скай снижает резист, Иридар улучшает дэмэдж с ультимейта, и, соответственно, Леон очень много наносит с пальца. Через Лину мы это делали с помощью Сикера, там было огромное количество дэмэджа. А что получится у нас сегодня, конечно же, посмотрим в этом видосике. Друзья, перед началом видоса, перед просмотром, сейчас ставите паузу, подписывайтесь на все ссылочки в описании. ТГшечка, ВКшечка, ну и, конечно же, поддержите YouTube-канал лайком, подпиской, ну и, конечно же, добрым комментарием, ребятки. Начинаем, беру Леона и полетели. Ребята, какие у нас прогнозы, как думаете, получится? Ашки на спорт! Осуждаю. Против бары тяжко будет. Не, хекс в лицо, за подлицо. Все. Ну вы же понимаете, что вам придется раскачивать? Ну я 2-3 буду. Да. Тройку и Антоха двое. Плюсики, так знаешь. Когда не того актера позвал на запись видоса. А как еще? Description, да, то есть. Description, distraction. Дисторшн. Дистракшн качай. Кто понял, тот понял. Конечно. Так, я тебя сейчас удалю. Дискрипшн. Давай я тебя немного по мощности звуку уменьшу. Вот так вот. Ну, скажи что-нибудь. Ну-ка, еще. Раз. Во, хорошо, вот так. Отлично. Description. Описание раскачиваем. Так, ну и в целом у нас я центральный коридор, ребят, иду. Шестой левел возьму, и можно будет кого-то выцепить одного и немножко так под накукани. Как думаете? Получится? Можно. Так, тебя пульнуть или не надо? Пульнуть. Не надо. Не, нормально. Покупай нулики и три веточки, и так иди. Хорошо. Идите вниз так... вдвоем, внизу стойте, апайтесь. Так дефолтно, да? Да, дефолтно. И без легена, самое главное. А убивать их можно? Убивать их можно? Можно убивать, но не знаю, если там актеры хорошие, то можно убивать. Если актеры не очень хорошие, то нужно немножечко давать под дефолт. Но я Нурс КЗ боюсь, если честно. И Атмана 2007. А, ну тогда, слушай, мне кажется, нужно играть на полную. Да я не про это. Страшные дикие пособы. Ну они жесткие. Так вот на. Так, а куда мы пойдем? С тобой пойдем, Абдушка, или как? Идите вниз вдвоем, чё вы, в войсе же сидите. Пусть два тролля идут на топ. Абдю май бест. Короче, ребят, надеюсь, эта катка получится такая же фановая, как и обычно мы делаем. Удачи и веселой, приятной игры. И сегодня Мартретка, конечно, будет отлетать по-страшному, мне кажется. Вивер, да, тоже хорошо. Худшая проблема. Ну, посмотрим, сколько смотрим. Сможем. На ласт левеле, короче, 1700 хп мы должны сносить. На ласт левеле у меня, когда ультимейт будет там, сгоним. 16 левел. Должны сносить. Очень жестко.
если дескрипшеном не промахнусь, конечно. Да, дистракшеном. Дисторшеном. Почему Леон, когда кастует стан, он подсвечивается? У него новая подсветка какая-то. А ну покажи. Я в натуре. Странно выглядит. Ну, по-моему, все касты такие. Ну да. Чакру истекает чакру. Стимен растекается по его жилу. Осуждаю. Я дурачок. Полетели, ребят. Всем приятной удачи игры, всем просмотра. Кто кушает, тому приятного аппетита. Кто какает, тому приятного покакита. Понеслась. О, руну, руну забирай. Нам ГГ. О, нам ГГ. Хорошее начало видео. Тебе ГГ. Животное бежит, дядь. Пиши ФФ тебе. Что это такое, блин? Что это? Почему он меня сдул? Из видоса в видос ничего не меняется. Абдушка занимает роль фидера. Я самое главное, я прошел в наглую. Ну, почему не заманул бы? А, я собрал руну и в наглую через них пробежал и ушел. Но они бы на тебя именно побежали. Ну это же за. Купи ТП-шку, Антох. А. Пуджа развернул, просто он пошел дальше. Ладно, я на топ, потому что не занял господин тролль. Господ. Ой. Осуждаю. Господ. О, это сказал он! Я записал. Да это, слышишь, Антон, я там один мат какой-то не запикал в видосе. Там пацан писал, а кто, слышал, Антон, матюкнулся, знаешь, такой там. О, я матюкнулся? Да никогда. Ну ты, конечно, обсер. Обсер. Я надеюсь, люди переживут, что инфаркт не хватит. Невозможно. Ну кинь, хорошо. И чё, долетит. Йоу. Ты видел, какие у меня огромные? Ладно, не буду. Амбиции. Да, ну, амбиции, возможности, желания. Дисторшены. Дистракшены. Это самое смешное. Самый... О, смотри, нифига себе, Аскек. Аскек убил его. Асека. Гамма. Опа. Сека. Ну все, Хен развратился. Развращенец. Зачем мат пилищ? Ну я же пародирую тебе своих братков. Своих братков. Это недавно я услышал трек у этот. ИК, короче, какой-то трек новый. И он там, короче, вот так тоже начал коверкать. Я говорю, так, я не понял, а чё там так коверкает? Так как мне ж часто такое высказывают на стриме. Я не понял, а чё там так коверкает? Вот это зачем делаешь, дать? Высмеиваешь, чел говорит. Блин, вот как, насколько чел ущемленно, да, у него? Голова ущемлённая. Там иронии нету, просто шутить не умеет. Да, ну не понимает человек, что юмор есть юмор, что... Коко Джамбо... Да ты посмотри, животнома бежит! Животнома прибежал! Животнома стан получил! Вот это они, кстати, о ком ты говорил, да? Нурт КЗ и... Да, они меня душат в миду тут. Я не знаю. Актеры, я им команду дал на миду появиться, я вот там не скрипты прописал, но они побежали. Но я их тут стараюсь без маны оставлять. Так, на баратруме, парень, сейчас отойди с мида, ему надо пофармить. Молодец. Блин, ну реально же кто-то возьмет и поверит, не поверишь. Поверю, я комментарии смотрю. Под каждым видосом. Вообще же, под каждым видосом. Поверю. Под каждым видосом сейчас прям спамят, где там какие-то актеры. Он бежит. Посмотри, да что такое? Актеришка. Давай Пуджа убивать. Сейчас не будет стана. Вот сейчас будет стан. Опа! Знаешь, это красиво выглядело. Да, под хук. Хук под яйца произошел и... Ты ботл будешь брать? Ботл? Нет, он для слабых. Я думаю через транквилу. Но думаю. Сейчас мида сделать или нет? Он умер. Где ты? Где ты, Антон, умер? Блин, линкани, пожалуйста, где ты умер? Вот тут. Помнишь это? Да. Старая мета.
Ой, спасибо, дядь, спасибо, я тебя любить. А за... нафига запулил на фул? Я не смогу просто на руны бегать, я не... Ну, типа, ладно, если что, буду баланс. Да, пусть будет. Пусть спасибо, будет. Спасибо. На, спасибо. Падлу, ну, конечно, не надо было, но спасибо. Падлу играть что-то с вами. Падлу играть. Это ты фразочку со второй доты. Ой, шутка моя, не хочу. Есть такая? Не, это просто тут у нас это. Просто тут. Ты сам ты просто тут. Простатит, замучал. То ли он поможет. Фингерок поможет. Фингерок. Так, пацаны, я предлагаю выйти на мид, заастралить и дать комбинацию. Я предлагаю. А, you ready, да? I'm ready for this... Аркиди! Аркиди, да. Come on. Рунай. Рунай. Я бегу. Я бегин. Я беган. Беган, бегун. Бегин, беген, беган. Так, ты Poison качаешь, да? Антонио! Аня, Poison! День-день-день, что там такое? Сначала Астрал, потом двойка, только тебе надо Антох двойку грамотно. Да, чтобы он отошел. Да-да. Двойку ложи, двойку, там этот, кнопочку. Дал-дал-дал-дал-дал, делай. Бедолага. Мы его так долго сейчас подготавливали, знаешь, маринование такое идет, такие помидорчики, огурчики маринуются, и потом прокасту дает. Смотри, надо? За... Ну, там, если у кого-то расходника нету, берите. Все, ее нету. Бедный Пудж. Но у него там хп немного было, ему и так, наверное. Внизу баунти, если что. Баунти внизу, райское наслаждение. Опа, вип-раск. Блин, я так и знал. Я так и знал, что какие-то вип-раски вот эти. Ой, ну тупи три героя, Аркадий, помоги. А я тебе чем помогу? Я предлагаю вообще рейс делать, если такая тема. Ну, как будто до 10 минуты рейс. Да, а давайте сделаем, знаете что? Контента сейчас дадим. Вместе в один лайн соберемся и напишем, лагает или в нем. Погнали. Есть там где? Байбекайся 5 секунд. 5 секунд. На последней секунде. Не успел. Блин, не успел байбекнуться, да? Так, лагает сейчас. Идем, лагает. Сейчас, давай ТП юзай. Сейчас. А, ну на низ тэпнуться? Да, на низ тэпэшься и погнали, лагает. Ладно. Лагай, ой-ой. Лагает. Можем шотнуть, есть? Нету, ничего, там кдшится 100 минут. Лагай. Бро, лагает. Лагает, Антоха первый ливай. Ливай, обдушка. Блин, жестко залагал. Так, ребят, после такой небольшой затравочки мы стартуем нормальную более-менее каточку. Сейчас будет потненько и начинаем. Ребята, ВС уже готовятся. Пацаны, вы готовы дать базы? А выдам базу, пацаны. Вот, это хорошо. Ну и... А что, если все маги, парень же пишет? Да. Там против нас Бобонтроп, Сайленсер, а мы магов пикаем. Бобонтоп, Бобонтоп. Маги. Так, пацаны, на самом деле тут нужно будет немножко посерьезнее сыграть, потому что... Серьезно. Там Репел и Сайленсер. И да, Гуля. Да, и Гуля еще, вот и Гуляш вкусно. Ну, под салом, в принципе, Гуля отлетает, но в Репел можно ультануть. Или нельзя? Ультануть можно, по-моему, он не сработает. Да-да-да, ну догон можно, нет, ультануть нет, по-моему, не таргетно. Догон кидается, а так нет. Короче, в целом, ребятки, потничок должен быть хороший, с запашком мужчины. Поэтому не пульте меня, играйте на себя. Курьера можешь дать, а все остальное, ладно, все нормально. Антон, сразу займем вниз, пожалуйста. Антох, я иду. Я вниз! Ну-ка, давай, быстро, Нис, быстрее, ну что ты стоишь? Ну все, сейчас я Distortion скачаю и перегоню. Distraction. Уйджи. Квойджи. Уйджи. Уйджи обходят. Айджи обходят. Айджи. Уйджи. Так, ребят, ну в целом, я думаю, тут должно что-то получиться, но буду стараться, тут надо посерьезки играть, потому что там действительно мощные пацаны. И как вы тоже там. Если у вас будет такой лайн, ну, прессинговый, качайтесь так, как надо, именно, чтобы душить.
не делайте акцент именно там на контент. То есть троечку там, ну, в любом случае подмакшивайте, да, там хотя бы в 3 единицы, чтобы она была. Поняли? О чем я? Вот, и будем, как говорится, делать контенту. Будем делать контенту. Антош, сейчас 150 кг качаю. Жим. Пассивка, пассивка Сент Кинга, как называется? Каусатик в финале. Куда ты это берешь-то вообще? Их четверо. Это база. Это в голове держится просто, типа, ну. У меня тоже, но не каждого же героя. Да, ракушка. Ракушка! Ну, не знаю, зачем он забрал руну, но я там не перекликал просто. Аркадий, а можно вопрос? Почему ты в видосе про крипов не сказал, что у крипа дальника есть реген? Не знаю, не учел. Да там все не учесть. Ты попробуй такое видео сделай. Я 20 часов над ним сидел. В инфобазе даже нету, если что, этой инфы. Я сам недавно узнал, что у крипа дальника есть два регена. Ясно, рак. Да то понятно, что реген. Но просто, типа, я еще мега-крипов туда в видос добавил, потому что не было мега-крипов в видосе. Вот, и видос, ребятки, кстати, между прочим, очень годный. Обязательно зайдите, гляньте, и реально не пожалеете, потому что узнаете очень много нового. Реально очень хороший видосик получился. Очень хороший. Ну, видео годное. Да, очень грамотно поставлено, хорошо озвучено. Не, реально хороший видос. Но тяжелый. Не скипал, не скипал почти. Очень-очень, на самом деле, тяжелый видос был для меня, потому что реально 20 часов я просидел над ним. Опять ситуацию вспомнил. Какую? Чел в чате на стриме заходит, говорит, блин, ну конечно, ты хорош, хорошо все делаешь, но вот твой гайд на Chaos Knight, конечно, такое. А он над этим гайдом там сколько, 14 часов? Там сколько? Да, тоже там очень большое количество времени потратил. И он сразу первый матч получил. От тебя лично причем сразу же. Просто, знаешь, как это вот, ну, люди привыкли, они видят уже готовый результат и начинают его судить. Ну, вот я бы это сделал вот так, ну, я бы вот так. А на самом деле-то, блин, это не так все просто. Я тоже когда-то смотрел там условного Нагинга, там, Капоне, да, я смотрю, им там донатят бабки, я такой думаю, блин, как же это изи вообще, они ничего не делают. Но они реально ничего не делают. Ой, что мы это... Записываю. Трудно делать. Не, видосы я... очень трудно делать. Очень. Видосы трудно делать. Стримить это, в принципе, несложно, особенно когда ты ведешь немые стримы. Вот. Но смысл в том, что я как бы... Ща, Абдушка, третий левел берем. Я этот третью в двойку беру и попробуем убить. Хорошо. Дискрапшн качал, да? Угу. Нет. Так. А, да, на разок. Короче, пацаны, я этот смысл к чему, вот то, что я сейчас сказал. Я, короче, ну, когда еще только планировал, да, условно, я хотел заниматься тем, чем я занимаюсь. Я анализировал, смотрел там стримеров других, кто чем занимается, и, в принципе, ну, видел какие-то определенные моменты у определенных стримеров, да, и, ну, как бы, многие не понимают, насколько это в теории сложно, то, что я делаю. То, что делают все, это не сложно, просто сидеть постримить, там, не знаю, повтыкать в монитор. Это реально несложно. Вот когда ты взгреваешь аудиторию, что-то придумываешь, это действительно требует определенных навыков. Я не скажу, что я там овер уникальный, но типа, по крайней мере, немножечко я там что-то делаю. Абдуха. Так что, ребятки, буду рад, если будете поддерживать, поставите лайк хотя бы за старание, за реализацией идей. Лайкарта. Буду очень благодарен вам. Паузу. Пойдет, не пойдет. Надо, не надо, я пошутил. Блин, а я реально уже потянулся. Не надо. Хорошо. Нормально разыграли. Нормально. Ну, конечно, опять актеры помогают нам идут. На стриме бы так помогали. Да, на стриме бы так. Ух ты, Фурьончик еще. Давай, Фурьон идет. Burning Legion. Burning Legion. Ой, чуть не ультанул, прикинь, в этот.
Да нифига, что тут на меду вообще происходит? Что за мужицкий разбор? Тут реально это... ты виноват, на тебя кликает. Давай я тоже кликаю. А я реально виноват, я вообще не посмотрел. Ты виноват. Пацаны, я если что готов палец засунуть, можно в медотвичину засунуть, вот сюда. Если дадите ТП резенько, оформим, красоту сделаем. Только она может сало дать, не забывайте. Я подойду. У меня маны нету. Чего нету у тебя, ты сказал? Я все слышал. Осуждаю. Чтобы вы понимали, всегда я будет на протяжении солнце. Недели уже говорю, если еще и каждый всегда раз. Всегда будет мама. А я не успеваю. Оп. Да нормально. Мы не дождались, блин. А че, я думал, ты далеко, ты же сказал нет. Да, я уже даже не рассчитывал на тебя. Даже не смотрел. Так, Помаришь, хорошо, первого оприходовали, по красоте сделали. Пусть всегда буду один, я. Что там? Смотри, вот так вот профессионально делаем. По-профессиональному, да, Антон? Ну, да. Выкладываем шмотки как про, как уникальные люди, как никто другой. Никто Мне другой. Кажется, надо Мишку зажать с двух сторон. Мишку зажать с двух сторон. Да, смотри, Мишка в лесу тебя. А я зажат. Люблю медведей. Всегда готов зажать сразу несколько медведюганов. Понятно. Слушайте, ну сегодня получается какое-то представление дегенератов. Блин, Антоха, мое почтение. Мое разочарование. Старый бог, блин. Старый бог. Нет, он сейчас так хорошо среагировал, так успел, хорошо. Ну, старый бог. А зачем Фурион прилетел и на меду вард меня сломал? Я реально не вык... Ну, типа, они поняли, что это хинозес, и надо бы варды снимать, то есть надо потеть. Реально не выкупаю. Фура просто прилетел и сломал мне вард. Пацаны, можно медас возьму? Да, можно. Так ты уже без нас там Glows of Hasta купил. А чё? Не, я просто про то, что Кура там на топ. Да забирай у них, блин. Дайте. Что там Кура? Реюзы? Лайн, блин. Лайон. А дай ты им курицу эту, я ж тебе везу. А, так у меня на базе остался рецепт. Подожди, а где рецепт? А чё ты не сказал, что ты забрал? Так принесешь? Я курьер, я узбек, ты чё, блин? Причем он реально узбек, не подумайте, что это какой-то там что-то там. Да, не, я реально узбек. Скажи что-нибудь на узбекском. Бисмилля, я не знаю, это на арабском. Подожди, ты молча обманщик, что ли? Ты кто вообще? А я не знаю узбекский. Я пошутил, я знаю. Ты кто вообще? Вот эта фраза меня вынесла. Просто вынесла. Ты кто вообще? Не, на самом деле Абдушка Сташа. Я ему очень часто присылаю посылки, которые пацанам надо раскидать. Там вот это там. Футболочки, все такое. Мерч, короче. Меня... Отпетушили. Да, это так... Ты так вздохнул, что я аж это. Фух, жесть, у меня посмешили сейчас очень сильно. Пацаны, я предлагаю реализовать палец куда-нибудь. Так, ну я могу. Я, короче, ТП даю на тебя на мид. Этот, ну, обдушка резница, и можно это душануть. Я не буду Урсе помогать, пусть бежит куда хочет. У нас драка за варды здесь. Битва за респект. Битва за респект. Битва за респаун. Битва за респект. А чё на меду суета? Они... Там хен. Там вообще свои намерения пацаны не скрывают. Просто стоят на виде. Там хен. Да, если кого-нибудь траксу цепляешь, дядь, там. Ну, она сало, конечно. Вижу ульт. Нет, не достаю. Не-не-не-не, не кидай. Ну, 4 героя ходит. Ты видел это? Там просто 4 световых. Ты сейчас не умри там случайно. А я альта был. У меня ульт дальний. Я, если подает оранж ульта, я дам. Да. Да вам смоки бы взять, да обойти, да и все, мозги не делать. Кого-нибудь любого закрою. Я даггер сейчас фарману и буду с вами близко очень всегда. Пойдем вот сюда, поднимемся. Кто-нибудь по-любому на ХГ побежит. А мы так не палимся, конечно. Не палимся, они пойдут, не переживай, они такие.
Я их знаю. Это подписчики. Куда ты идешь? А, ты решил вот так в наглую, да? А, все, ГГ. Бросаем его. Лобал. О, нормально, нормально. Нормально. Делаем. Ну, можем. Дашь кому-нибудь тройку, я просто палец суну, короче. У меня 2 секунды, да, corruption. Вот подожди, подойдет? Давай ему кнопку. Давай, я сразу даю. Дал. Получай. Хорошо. Да не, все, гетбэкаем. Нормально, красоту сделали. Давай, Антим. Го, забудем. Давай, сначала ты. А, ладно, давай. Хорошо. Все, погнали на топ, пока суеты наведем. Да, можете побегать, на миду они что-то суетятся. Ну, хорошо, видели, как прям убило жестко его там? Бедный этот. Чувачок. Давай. Обоих так хороним. Уйгабор, говори ему. Да что, йоу! Уйгабор. Уйгабор, дай ему, да ты его, мне кажется, стычки убьешь. Ладно, вот так делаю. Он умрет. Дисторшена нет. И че ты четверо тут? А ладно, до конца. Дерись, пенетрейтор. Дерись, больше не дерись. А вот его ник вообще читать можно? Пенетрейтор, да, почему нет? Можно. Так, надо спалить информацию. Видели, Клаку купил чел на сале? Бьют Рошана. Ладно. Зачем подставляющий? Да он уже забрал это. Да он уже забрал. Да он уже забрал, надо говорить. Да, я так сказал. Да он. Ну да он. Ну да он. Да он. Да он, и что? Ну да он, и что? Да он, и что? Так, у меня есть дегерок, ребятки. Куда-нибудь выдвинуться надо. Подождите, 11 левел, это первый момент. Второй момент, мне нужно палец минутку откэдэшить. Я сейчас на мид ТП даю, добиваю крипиев и полетело. Ну мы за эту минуту что-нибудь сделаем. Урион, варды мои прессингуют. Теперь чё? Сентри не будет ломать мой? Ой, чё? Правильно, кстати, делаешь, что сентри не ломает. Нифига неправильно. Все Сентри. Правильно. Сентри это бабки. А бабки это бабки. За Сентри бабки не дают, если что. Да понятное дело, но в смысле Сентри это бабки. Я про то, что Сентри это... Вот он сломал мне... Че, давай, вот так сделаю. Есть. Да мы его так его убьем. Души с ноги. Хорош. Так, у меня есть почти ульта, ребятки. Давай, у меня пойдем, может... 4. Может, Найкса выцепим, пойдем? Пойдемте вот так вот к лесу как-то. Давайте вместе вот здесь. Антокса, дойдешь? Далековато. Я не могу. Я вагоним выхожу, ребят. Так, что? Я, если что, там захексю, подтаймлю немножко. О, кто там? Вон он, Найкс, пойдем туда. Найкс? Мы далеко. Сантимом. Я нормально. Вот здесь стоим. Стоим, да, подождем немножко. Упрись мне в жопу. Я? Осуждаю. Ты? А чё, где? Ну, чё-нибудь будет? Возможно, вард стоит, Курион. Не уходи, крипы. Опа! Нет! Да, хорошо. Ой, красиво. Хорошо, Найкса даёшь? Блин, глобал. Это глобал. Глобал. Нет. Фуру. Глобал Куриона. Фуру. Просто двойку. Давай. Дал. Прилетел, чувак. Отделился от стада, знаешь, такой стоял в стороне. Вы где, брат, мы здесь. Так. Ну как будто надо все-таки. Нормально, красиво. Найкса надо. Видишь, как его сейвит? Плюс они уже были подготовлены к тому, что там драка. Не видно вас. О, кто там? Чё, так, я пока фармлю, ребят, но если что, могу подраться с вами. Всё, давай спускаться не будем, а вот так обойдем. Ну ладно, уже пошли. У меня пол агонима есть. Ну наверху, а, нет. Вот здесь. Я иду, сейчас хекс дам, все дам. Ух ты. Я дал ему скилл. О. Я подсейвлю. У него нету маны, если что. Я отойду. Ой, 2х. Накуканят тут. Я отхожу. А можем, ладно, кстати, Куриона на развороте. Идем 4 уровня. Проклятие. Проклятие. Возьми реген, Антоха.
Хорош, у меня почти ульт откатился уже. Ты зря его туда послал, его сейчас там примут, по-моему. Не-не-не-не, я если что рядом. Я морально поддержу его. Хорошо. Хотелось бы без буквы М. Орально поддержу его. Ой, блин, меня затроллили. Лили-лили. Давайте, люли. Может, обсервик, вардик, вот сюда, с макеечках. Займем позицию. Маков нет. Антон вот здесь вот, либо сало глиммер. Но у него 800 хп. Не убьем его. Блин, надо, чтобы они подошли. Тут ближе. Вард стоит. Они, видите, уходят сразу. Вот тут вард стоит. Я несу в центре. Ты несусветный. Да, это правда. Да, да. Алексей, ну и сиюсветный. На топе фура меня есть? Ударило, ты тоже вард. Тоже вард. Есть тпшка? Но... А, нету, не надо пока. Типа фуриона не видно? Сделаем вид, что ушли. Сбили тут вард? Нет, летят сентри. Вот. А, топа, как всегда. Я тогда дальше фармлю. Я нашел вард. Хорошо. Ладно. Кто там идет? Смотри, с центриком идет ломать, с репелом. Ну, короче, можем вот здесь... Тоже вард, да? Снимем? Да, сейчас. Давайте он-нибудь. Снимем. Снимайте и кайфуем. Ну, верни. Тянешь время. Ну, опять сняли. Блин, ну они такие пушат там, знаешь, типа... Я тпхнусь, парни, не будем стоять. О, не уходи. Ой, сало успеешь дать? Не знаю, если... Да, успел. И мне тоже сало дали. А, там duration, не хватает, как будто. О, хватило. Тычка. Ух ты. Гага. Ну, я сейчас, походу, тоже... Фуриона. Так, подожди. Пососу. Блин, очень жесткий тимфайт у них. Очень жесткий. Глобал, потом сало, дровка по всем попала, это, конечно, жесть. Хорошо, я тут сейчас раздам боссов. Наверное. Ну, Найтса, если бы блицанешь, было бы. Ну, не факт, у меня тут прям критическая ситуация. Ну, бегу, транквилл работает. У меня почти аганим есть. Очень хорошо дерутся. Даггер нужен, блин, они не дают. Давайте тепло, пофармите тепло. Тогда немножко. То мы как-то вот это. Да, мы стоим, они нас просто от КД принимают. От КД принимают. У них от КДшивается, они выходят на драку. Выжимается глобалка и не заходят. Ну это мы без Урсы. Они, а Урса, по-моему, обиделся. Если я не ошибаюсь. Что? Не знаю, просто по кайфу. На Рошана, так он его забрал. На Рошана обиделся. Нарошан. У меня аганим есть. Вот он меня поддержит, я поднимаюсь. Так, ребят, ну в принципе можем, я думаю. О, бежи. Дашь тройку ему? А, у меня КД. Вот так, пососу ему. Задушим с руки, думаю. Должно быть. Мужик, все, хорошо. Смотрите, сзади Найкс. Найкс, есть? Ой, дядь, прячься. Тут этот сейчас, Фурион. Тройка будет? Меня... Антоха, двойку ему? Я дал. Даю. Не могу достать. Но я достал. Я не достаю. Хорош, красоты дали. О, он катится в него. На сало полетел. Сосу. Дал тебе мама. Нормально, все, пойдет. Че, далеко уходите, вы очень ватные, ребят, сдохните там. А, форс, Антоха, форс, атака! Да, сейчас форс будет, вот такой вот форс. Вот это суета, которую, блин, вообще по кайфу играть, реально, суета по кайфу. Главное себя самого заблочить. Да. Он мом жмет, когда его вышка бьет. Красота. Мом жмет, когда его вышка бьет. Номер, найс, давай. Так, Тускара я убил. Так, ну хорошо. Я глиммер, ребят, сделаю для вас еще дополнительно. Антон, ты видел, да? Видел. Я думал, все в меня прилетит. На прошлую катку лифт пришел, что делать, пацаны? Да, мне тоже. И что теперь делать будем? Я теперь хастовать не могу. Я тоже. Да, я если что куплю, у меня капсы есть.
Так, ребят, я готов. Ульта есть. Вот здесь можно скооперироваться. Будете? Что-то я беру. Возьми, да. Найкса хочется шотнуть. Как же его сейвят там? Жесть, там глобалку сходу дают. Откуда у тебя капсы? Ты что, айкапститутка? Откуда у тебя капсы? Айкап-институт? Просто есть капсы и все. Там по 200 капсов на каждом аккаунте есть. За былые заслуги. Понял. Ты что, патриот айкапа? Конечно. За заслуги перед айкапом? Конечно. Почти 16-й есть, это хорошо, КДшка быстрая будет. Че, вот сюда пройдемся аккуратненько? Давайте, Антох, если что, закрываешь двоечку. Но мне кажется, они пятером что-то будут. Или двойку в тупую и этот. О, тут крипов убивали, убивали, там тропики. О, Найкс. Текст дал. Кнопки. Дал. А меня тут скарзы! Нормально, короче, да. Так шотнули. Пойдет. Мы же нажали. Ладно. Пойдет, хорошо, Антох. Попробуем задевардить. Давай. И Фуриона задевардим. Фурион, по фарму чемпион. Репел дал ему, репел. Я подкопал хорошо, но репел дали. Там мне момник, Джонни мне момник убегает. Ловим. Момник. Мне момник. Джо мне манюк. Дал ему сало. Сало дал. Долби его. Долби. Долби. Спасибо. Сало дал. Джонни мне момник. Что мне всплыло в мозгу? Джонни мне манюк. Джонни, what the fuck? Так, я беру глиммер тоже, ребят, чтобы вам помогать, если что. Мне манюк. Я, если что, готов. Вот здесь вот надо Найкса искать, ловить. Пойдем, Антох, под варнем. Вот здесь поставишь? Я вот бы поставил, но его опять снимут. Имба вард нужен. Вот здесь вот. Не дефолт. На топе вот здесь вот снят вард. Вардов нет. Я поставил. Все, ставь тут. Вардик сумы. Где Ску? Ску, ты где? Я на базе. На базе Скуп. Где Скуп? А, это же я. Забыл. Это не Скуп, ты Скиф. Скифы вымерли давно. Понял. Я просто Скип. Я просто Крип. Сори, газанул. Скип. Крип, Скип. Пойдем сюда. Пойдем. Погнали, го. Накурил вас, погнали. Я даю хекс, Антох, если что, не давай двойку. Без рефлекса. Подожди, стоим, ждешь. Здесь, стоим. Ждем. Если что, я просто кидаю двойку. Ты тоже двойку и тройку, Скай. Все, и в принципе, шоты. Я подманю ее. А че они не подходят? Умом. Го сюда. Опа. Пойдем туда, в спину, пойдем в спину. Спину, гоу. Вот так идемте, не показывайтесь. Ну, и давайте сало. Блин. А я тут уже. Я сало закрою. Сайленсеру кинь кнопку. Ладно, вот так сделаем, пофиг. Сосу ману. Я прохожу тыл. Ракса проклята! Проклято. Сейчас я подкоп ей сделаю. Ой, я взял в одной однёрке, просто лицо потерял. Тракса проклято. Тракса проклято. Надо блинчурский, как будто блинчик. Блинчик надо. А чё блинчик? Блинчурский. Блинчики. Вин пинчунь. Ха-ха, ты что, китаец какой-то? Что за кто? Мой батя. Сюда, пойдем, ребят. Соло надо выцепить кого-нибудь, засунуть пальцем. Как Вин Пинчунь, ты сказал? Вин Пинчунь. Да. Вин Пинчунь. Интересно, есть тот вард? Есть сентряк ткнуть? Нет. Уже нет. Вин Пинчунь как Ким Чен Инь почти. Ким Чен Инь. Осуждаю. Осуждаю. Они даже боковые товара не дефят, чтобы вы понимали. Сейчас я забачу. Это представляешь, как у них это выглядит? Просто ни на кого на карте и на этой, на земле появляются смотки просто из нее. Дай мне глиммер. Ща. Да не видно его там будет, ты чё?
Видно, видно, крипы же вот эти вот ближние. Да показывают ближние. Надо на рапиру байтить, давайте рапиру соберем. Давайте. Они там что-то сами дерутся, блин. А где враги, кого убивать? Если я пачку зафармлю, мне до нагера хватит. Да, давай, я чуть тебе под этого вот так. Там Тускара, блядь, и трех героев. Сколько он уже? 2 минуты там дерется? Все, перехвалил. О, монетка надо? Тебе надо, наверное. Нам надо, знаете что, где-то вот как-то выловить, там одного-двух героев, прям вот именно по красоте хочется. Вот одного героя выцепить, прям... Понатыкать прям жестко. Есть даггер, могу цеплять. Найкс, 1300 хп, он шотается под этой комбой. Там Урса что-то идет делать. Зачем? Ванды ему и... Все. Ой. Жесть, жесть. Урса, Урса, машинка. Душите. О! Пусть они этого Урса... Нормально, они его убьют, этого Урса. Хорошо, что Хлибл дали, Хлибл. Да, без глобалки Найс сейчас сможем соло подраться. Оп. Есть варды в центре? Ничего. Ну да, Гер, да? Хорошо. Дагер, пойдем так, сюда, пройдемся аккуратно. А, окей. Если кого вижу, хиксую сразу и... У Дагер есть узкая? Нет, туда еще? Хорошо. Вот тут так, по-любому 5 героев будет. Меня крипы спалили. Тут варды, опсы, сентри есть точно. Да, да, да. Ну, я только не доиграл. Явно. Блин, они молодцы, да, прячутся. Ух ты, как вкусно это выглядело. Яркость поправил крипам. Найкс на топе фармит. Блин, ТПшечки бы туда и пробежаться через Т2. Сможем? Почему он там фармит? Сможем, сможем, ребят. У вас есть ТПшки? Нет. Так, у Ская нету, да? Да я бегу ТП давать. Давай, беги. Идите, идите. Он, если что, я думаю, в лес сюда пойдет. Я как раз в лесу сосну у крипа. Дополнительно. Смотри, убегает. А почему он убегает? О. Он нашел. Йоу. Смотри, вард наш. Да он софтом. Найкс? Ясно, снайпер. Такие варды вообще никогда не находят. Ну, на стриме я такое ставлю, там пацаны знают. О, пойдем, туск байтит. Блин, Найкса было бы хорошо, ребят, прям зафокусить. Центряк сразу, давайте варды снимем. Да. Хорошо. Мы можем, в принципе, в теории, я думаю, тут стоять тупо, АФК ждать. По-любому придут, и сразу кто приходит, первый, сразу его шотнем. Я сейчас ведь сделаю, типа я под низ ухожу, когда крипов заберу. Шадо амулет тебе, буду сходить? Нет, нет. Я не знаю, как будто я его два раза купил, есть такое ощущение. Так, хорошо. Он уже сколько времени никому не летит. Может, это твой, Антон? Нет, нет. Я потратился уже. Рекуру. Явно не мой. Надо проверить сейчас, может. Явно не слабил. Ник такой, да? Нет, он Интересно. И все, вот никого нет на карте. Никого на карте. Да мне кажется, либо у них там есть этот софтинка небольшая какая-то, либо хз. Ну потому что так это невозможно. Что? Просто сидят в хг, то есть, ну понимаешь, да? Обманочки раштановские, да? Да, они какие-то, не знаю, пассивные как будто. Низу любят. Че непонятно, где они? Вот убийца. Тоха, нажми скан. Вот, вот. Увидел. О, вкусный. Подопытный есть, если что. Меня не надо с собой брать. Зачем ты меня с собой берешь? Найкс, есть закрывашка? Блин, хикса нету. Ой, да, это глобал. Да, ждем. Кого? Да, любого, сало можно. Давай омника. Омника? Ну давай омника. Да, тройку достанешь? Сейчас. Репел да, уже. Давай. Блин, надо по позиционке, ребят. Вместе держимся просто и все. Окей. Че, у вас есть кнопки, да? Я просто далековато был. Давайте я прыгну, дам хекс. Ур этому. Вот, поймал. Буду контролить долго. Дал. Ага, дал. Мне сало в лицо прилетело. Блин, как же сало, жесть как руинит. Жесть. Ну ничего здесь делать будет. Не, ну там мерзкий пик реально против нас.
Да. Я могу глиммер по фулу продать, взять даггер. Не возможно. Надо, не надо. Есть там кого? Если что-то нажмете, двойку, тройку, любого убиваем. Тычку. О, полетел. Бежим, бежим, продаем от топу, продаем. Да не, не должны продавать. Точно а тут есть вижен, есть вижен. Вижен, хороший. Фул хп было же, чел. Я на базу. Давайте отпушимся. Они, блин, глобалка мешает, Джейска. Вот поэтому сало надо. Как будто даже надо какой-то гем. Ладно, я возьму сейчас все в свои руки. Буду подконтроливать. Контролировать надо все это дело. Подтраливать. Подтролливать. Тролливали. Подтролливаливать, да? Да мы вообще выиграем тут? Даже если играть будем. Слушай, да должны. Не, ну мы можем в теории забить сейчас на контент и начать играть жестко. Типа я ульты буду просто налево-направо раскидывать. И в принципе проблем не будет. Не, выиграть-то мы можем. Я дотянуться не могу. Вот Найкс так хорошо стоит, сейчас бы так как-то побежать там резко. Блин, вот у нас просто как будто они прочитывают нас. Омник вар принесет. Эх, блин. Намудрил на блин. Он стандарты находит, не стандарты находит. Что за гений? Сало снимет сейчас вар. Смотрит Одесса. Я далеко. Но, в принципе, вот здесь можем, мне кажется, если получится. Давай, давай. Я поддержу сразу просто. Блин, умные, да, ребят? Опа. Дал, дал, дал. Делай. Ай. Ну, мне кажется, ГГ. Мне стрик бы не отдать. Ой, хорош. Но умру все равно, мне кажется. Я не умрешь, он не может стоять бить. А, нет, умрешь. Догончик там. Ну, сейчас я с рандомчиками, интересно, заберу файт. Да заберете, я думаю. Я сейчас, короче, пацаны, Октарин гем. Или, наверное, надо гасту взять. Мы, они это молодцы, будет. Хорошо камбэкнули, да, но мы контент, хотим контента дать, красоты. Mm-hmm. Вот, они вообще в дефе очень жестко сели. Давайте, короче, сейчас посерьезки, а то я чувствую, мы можем всадить это. Ульта Урсы была уже. Надо что посерьезки, они очень хорошо прям сплотились, не подставляются. Mm-hmm. Мне ульт нельзя давать, походу, все ману теряю. Все, ульт сдался. Давайте вместе. На топ летит кто-то. Ура. 20 секунд. Я могу спануть. Да, цепляй, цепляй, Антох. Я думаю, у тебя без проблем там получится. У него ничего нету на эскейп. Только ульта есть у него. Ой, ульта двойка. 7 секунд, но я не успеваю. Не, четвертый не успел. So так, есть Октарин. Shadow Amulet Тускара. Если что. Че, я в принципе готов по-серьезки. Сейчас буду... Тогда не будем комбинить. Либо будем комбинить хотя бы с кем-то одним из нас, потому что втроем мы не успеваем. Был расчет на то, что мы как-то будем... Втроем, да, в одном месте как-то на одного накидывать красиво прям и уничтожать. И сейчас было, я же накинул, просто без... А да, мне то все... глобалка, то еще что-нибудь залетает. Вообще, да, бросит, да, да, постоянно закидывает что-то. Проксал Атар, там дамаги много. Хорошо. Все, я в принципе готов прям более агрессивно оттачивать. Потому что пацаны что-то в себя там поверили, в победу. Рошана, пойдем толпой? Не, мне кажется, тебе надо хотя бы хоть кого-то шотнуть с ульты. Не ключевую цель, хотя бы, блин. Хотя бы просто, да, потому что я держу, я, получается, кнопку всю драку не жму. Такой вот бред получается. У меня плохое... Да не, не нормально. А, он сыр типа съел, угу, понял. Сыр оставь. А он одноглазый забей. Зачем он это делает? Не знаю, только не делай сейчас у пиков, как будто надо пиковнуть, потом подраться.
Понял. У меня КД, блин, 12 секунд, дядь. А, у тебя КД. Пойдем вот туда. Го низ. Ну, без вижена. Сейчас сниму. Тут вижен, да, будет сейчас? Да, по-любому он есть. О. На миду омник. О-о-о-о. Если сможешь тройку дать быстренько. Давай, погнали. Хорош. Ой, это киндер-сюрприз. Вот это хорошо. Ману сосу. Хорош. Помогаем, Урси. Тракса под проклятием, тракса проклята. Ой-ой-ой-ой-ой, я стандал. Глобал, глобал. Глобал, да, еще. Прячемся в глимер. Это забавно сейчас выглядит. Ладно, я поддержу. Опа-ча. А, то есть ты меня бросаешь. Опа-ча, дело не во мне, а в тебе. Так, ну надо, ребят, пушить, там колодец, как бы драки уже пошли. Ну это ты забайтил и убежал. Ну так надо... Тракса проклят. Тракса проклят. Это мем. Опять тракса. Тракса сейчас вообще... Как давайте, давайте, у нас время есть подломать. Блин, так хорошо, у меня сейчас подставился, там киндер сюрприз еще. Угу. Сюрприз еще умер. Хорошо, так. Киндерюга. Галифует еще. Стой, не давай мамы только. Давай. Угу. Есть кнопки? Ой, я не могу достать. Все. Ну тогда Найксу. А вот в этого, вот в этого, вот в этого. Все, поздно. А, жесть. Ладно, ждем. Но у меня проблемы, ребят. Дал глиммер. Понял. О, хожу. Уходим. Урса сдох, все сдохли. Ну, чё за фигня? Мы можем шотнуть? Не можем, по идее, умрем, я так думаю. А, понял. Антох, двойку, я положи, тебя... положи на землю двойку. Найс! Я хорошо. Только что блинк дал, он мне салом да, сбил. Да, салом сбил. Блин, блин, пушить не можем, да? Потому что у нас драурги на керри. Да, что-то под колодец просто побежали вообще не в тему. Так мы вернулись потом, они все равно остались. Ну а там что-то как-то Урса сдох от чего непонятно, от прокаста. Они под вот сюда вообще, под Т4 пошли, и после смерти еще Урса кликает там на кого-то. Драург 100-го уровня, да? И какие там уровни? Так, я в миду, я буду тут прессинговать крипи. И полетели. Там, хотя по-моему, глобалки это... сейчас нету, да? Форсик еще уже будет какой-нибудь. Уже будет скоро. У меня есть форс. Блин, если бы он типа сыр не захавал сразу, как дуралей, мы бы зашли. Ему как раз не хватило. Бери, блин. Если что. Да я подождать хотел. Шо ты? Если я сейчас найду таргет, мы убьем? Можно, можно в теории. Я очень быстрый. У нас давайте. Топ, правда, пушится будет. В лесу, давай, давай в лес. Ты никого нету, да, типа? Чекай. О, на трупов нету, значит, он давно тут фармил. Я на топ тпхнусь, шотну и продолжим. Тут крипов нигде нет. Они а как чё? Будто успевают типа раньше запушить там, знаешь, там и убежать просто. А вот тут вот не может быть Найкс вот в теории где-то в крипе в каком-нибудь. В теории? Не знаю. Да не, там я пробегал. Вот там надо ловить. Пойдем. Так, походу Урси ГГ толпа, да, работает? Угу. Ты байбека. А, он бай еще же. То есть... Печалька. Ну, тут тоже уходи, уходи, умрешь тоже. Да, он тут и. Что будем делать? Ну чё, походу сосем. Вот да, здесь пить, кого-нибудь давай. Подождем, если. У меня КД. 7 секунд. На XDD заберет. Подожди, подожди, ждем, ждем, ждем. Жду. Вот здесь проходить будет кто-то, убьем. Блин, они вообще, вон, типа, они вон, не тракса, ходят. Тракса. Ну, пойдем в траксу, но надо резко. 1500 хп там. Я давай. Хекс даю. Ясно. Блин, это у меня так... варды улетели почему-то, я их покупал. Печально выглядит на самом деле.
Блин, про меня прилетело. У меня нету, ничего. Я, блин, я тебя толкнул. Хорошо. Блин, там лотары вообще, типа. Вот так сделаю. Фу, проказ. Раздамаг. Как-то резко они тогда вылились вперед. О! Хорош. Иди. Почему настроя их 10? Нормально, я там поливаю. Че, вот так сухаешь? Давай, пойди убивай. Держит, пока меня держит. Жесть. Салу хекс дал еще. Меня зачем? Нормально живешь. В центре поставил. А мы его не отпинаем ручками? Мы вот этого надо. Давай, давай. Проклял его. А, нет, крипа проклял. Я сало фокус. У этого отсосу. 152, 152 маны у Омника. 90 маны. Сейчас надо сосать. Ну, у нас команда этим занимается последние 40 минут. Нормально, нормально. Я контролю, все хорошо. На Урсе без блинка. Господи, сын мамы. Ой, ты что такое? Не надо такое говорить. Сын мамы. Что такого? Все нормально, дядь, не переживай. Мы ж выигрываем, ё-моё. Куда ты? Так-то нормально сейчас. Хороший фаун да стоит. Да хорошо, да. Рипер, бэкдор, смотри, смотри. Нормальный мужик. ВКБ на даунстарт. Ну, на Урсе, конечно, уникал, мэн. Он Т3 бьет. Уникви. Видит бэкдор и БКБ нажимает, и в бэкдоре продолжает. БКБ через бэкдор дамаг проходит, значит. На топе надо дефнуть. Блин, как же я далеко этом. Ой, хорош. Молодец, молодец. Я не ожидал, что он убьет сейчас. Я прилечу. Хорош, хорош. А это кто тэпается тоже? Да я тэпаюсь. Я с виженом, но я не достаю. Сало еще. Я лечу кон. Сейчас мы их поубиваем. Да-да, нормально, я живу еще. Глиммер был. Хорошо, хорошо. Хорош, хорош. Йоу, пацаны, красавы. А ну скажи йоу, скажи йоу. Йоу! Хорошо. На топе, суета. Да, Фуриона же нету, смысл нам топ дефить, он ничего. Но он надефится сам, нормально. Нормально. Невыгодный пуш происходит на топе. Невыгодный, да, там крипы. Погнали. Мне кажется, сторону точно должны сломать. Я зацеплю, кто там еще. Омник. Момник. О? Даете кнопки две? Дал, 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 дал. Жесть. Ну тушаните его, нормально. Я. Блин, мне бы 6 хилок. Ребят, мне нужно байбекнуться по-любому. Иначе не спушим. Я чуть не умер. Блин, а 100 золота не хватает. Вот я на тебя дисторшн хотел кинуть. Промахнул. Ну, в принципе, дал, должны дал, спушить, дал, да, ребят? Дал. Попашусь. Найкса за фокусом. Не могу. Да он меня куда взял ты с собой? Забираешь? Ну ты. Дал, о, дал, хорош. Дал сало. Я за счет своей смерти. Но у вас там, по-моему, сейчас втроем на кукане. Да он на Тускаре вообще гений, конечно, игровой. Запарил, куда забирает, я не понимаю. И мы опять не спушили, я еще байбекнулся. Если бы я сейчас так не сделал, все намного хуже было бы, как будто. Антоха, разгребай это говно. У нас на топе суета, правда. Давай левый барак попробуем. Блин, какой же бред, как Тускар этот. Дурачок. Ну, а, да, это ГГ, походу. Не, нормально, должны. Живешь? Да. Хорошо. Я но у меня ТП нет. Я дефну, у меня все есть. Блин, Тускар, конечно. Disable Help может помочь, чтобы эта херня нет, не сработала? Но он руинит просто в Т4 нас тянет. Ну, реально. Очень странный. Сейчас он заруинил, походу, ну, в теории ХГ весь. Мы бы сломали. Так, ну я, ребят, без байбека, если что. Но если они в атаку пойдут, я просто молниями откидываться буду. Да, бери рапиру спушим. Т4
тебя есть деньги? Чуть позже. У меня нет вообще ничего. Ты чё, ты ж мне хилку покупал. О, рапиру? Я ему по-человечески говорю, не бери нас, мы сами, если что, зайдем. Он мне пишет сыкло. Да в смысле сыкло? Ну, он руинит игру. Он не понимает просто. А он понимает, что он хрень сделал. Просто, знаешь, лишь бы что-то ответить, пишет. Так, парни, сентрички имеемся? Да. Один имеемся. Покатился, чувак. Ну, нет. Не надо, не надо. Уже далеко. Надо резкий зацеп, там, через меня, что ли, как. Он сейчас там забайтится на смерть на свою. Дурачок, блин. Как же мы его сейвим? Я отойду. Глобалку дали. Все, хорошо, в него глобалку, это хорошо. Вот, видишь, я ударил крипа, в нем найт стоит. Самый верх. Оставь, оставь. Нет, все. Пусть отдыхает. Он умер, по-моему. Господи, как же я хорошо сделал, но увы. О! Урси, поможем чуть-чуть? Я ману отсасываю. Помогаю. Как-то проклято. Пока нету. Сало на лице. Можем дальше идти. Байбэк, профхед. Спина. Дал еще один глиммер. Есть кнопка? Какая? Я не вижу его даже. Да, столько крипов, что... Да у нас опять Драург! Ладно. Драург, супермутант. Ну за что? Я ухожу. Не баш его только. Да я в этом, в госте, мне все равно. Там байбеки были, нормально. Ты вот этот момент с крипом увидел, Аркаш? Да, да, я видел. Норм. Он умереть мог, в теории, если бы я не пятеркой был бы. Но он стоит, его избивают, он смотрит терпило. Блин, было же. Хорош, убежит, я помогу. Я и Найкса еще, по идее, убью. На. Хорошо. Не, как папич говорю. Внизу фарм. Сюда! Надо распушивать этих крипов, это просто невозможно. Какая-то пачка вечных крипов вообще. Ура. Смотри, вот история повторяю. Вот он просто идет. Не иди туда. Не спдефните? Я лечу, да. Че, мы его кикаем? Ускара? Да не надо. Он хоть и дурачок, но... Типа он дурачок тотальный. Да зачем паузу? Один дурак хочет другого кикнуть, это вот самое смешное. Блин, жестко, я не успеваю все отпушить. Тут тупо отпуш лег на мои плечи, потому что у нас что-то как-то вообще все так... Но я в таверне лежу долго. Нормально, нормально. Я без байбек, правда. Блин, у нас с Антохой такой счет. Нормально, все нормально, должны. Ровни. Найкс, блин, печально, что я Найкса шотнул, да, он в таверне. Ну что это за паузу? Роша встал. Ну, Урса, если опять сыр заберет, то, конечно, будет печально. Я перекликаю. Просто я могу Аегис собрать ничего. Так, они что-то в эту сторону идут. В Рошана? Вот я видел. Ну, вот сюда. А, создай сейчас клонов из меня. И отведи их за этим. Одного. Хорошо. Че, вы деретесь, да, там? Иду к вам. Не, мы байтим просто на клон. Я хочу, чтобы он думал, что оригинал. О, началось. Дурачки. Я топ отпушил хорошенько, в миду вот сейчас работаю. Блин, ну, я скорее всего сейчас молнию буду делать вместо глиммера. Пура внизу где-то. Давай. Дал только что. Пура такой там на топе был, сейчас там туда-сюда, внизу. Глиммер? Нет, не тут. Чё, Т2? Крысиный. Т2 хотите? Попробовать. Т2 вот стоят. Т2. Ну, Урса Роша пошел. Ребят, надо сыр забрать у него, иначе он опять его юзанет. Их кто-то координирует, как будто. У него и Аэгис, и сыр надо брать. Го закликаем просто. Антох, го закликаем. Я внизу пока постою здесь.
Хорошая Его взяли. Я сыр взял, дай мне контроль, если что, я на тебя положу, на все. Кто? Оба. Если надо будет. Я не из-под пушки, пацаны, если что. Мид, отталкивайте. Че стоит, не стойте. Постоянно Сталки. Надо работать. Что это за бендил? Жестко. Такой потничок этот от дефовый. На самом деле не потно вообще, просто... не потно, просто не хватает героя, который бы работал нормально, адекватно. Мы сделать ничего не можем, потому что у нас герои не такие. Так, я Т2 приходовал. Че, расплитовочку, раскайловочку? Как будто да, мы можем с Аегисом и сыром принять файт лоп-лоп. Давайте, я если что начну. Ну, сало глобалку даст, я побью Тайвор. Go? Да, я кнопку дал. О, если глобалки не будет, будет хорошо. Блин, я засейвил, жут. Хорош. Я сыр жму. Ну, надо стоп падать сейчас будет, ребят, надо дефить. У меня нет ТП. Я ТП-хнусь. Я ТП-хнусь. Мы остаемся, Антох, или мы деремся? Или уходим? Просто постоим давай. Только драться не будем. Просто деф будем откушивать. А, у нас опции нету не драться. Это сейчас дура, если файт начнет, нам ГГ. Ну, не знаю, мы без Леона можем не вытянуть. 40 секунд там один рез, и будет глобалка, ребят. У меня травала КДшится 20 секунд. Я сейчас еще один МПЛ, по идее, прилечу. Я сейчас глимер. Сколько у тебя еще травела КД? 20 секунд скажи. Где-то, 15-20 секунд. Надо кайтить, либо кайтите, либо хз. Просто если он сейчас начнет, я не смогу не реагировать на это. Ну, подсейвить, давай чисто сейвить. Сейвить, вот, сейвите? Ну, у нас просто топ упадет, если я не прилечу, а нам это невыгодно. У нас и так тяжело с отпушами. Ну, на сале сейчас растаял знатно, конечно, под астралом, под ультой моей, под твоей... Да, нормально. Блин, жалко, что... Кикай? Да я не хочу кикать его, хочется балансную игру. У нас хоть и мешки на Урсе и на Тускаре, ну да ладно. Тракса 4.13 что-то там написала. Ахаха, как вы потеете, хост. Чел, которому просто всю игру делают. Ой, блин. Не, на самом деле мы бы уже давно эту игру закончили. Просто, ну, хочется контента дать. Нафига иначе, смысл иначе писать видос, если в нем нет контента, правильно? За 30 минут. Мы бы на 30-й минуте выиграли бы, да и все. Ну, а зачем? Надо контент давать. Контент наше все. Что за прикол? Что за приколы? Ну, Найкс, походу, до свидания. А что толку? 2.11, Найкс, до свидания. Так, ребят, все-таки, наверное, я молнию возьму вместо глиммера. А может... Рапиру? Диванчик? Да-да-да. Ну, типа, если я условно рапиру отдаем, ГГ, точно. Так, если ты и так умираешь, это ГГ, если что. Так, я вроде отдефал. Но он идет до конца. Да, ты. Ну, ботяра просто, жесть. Его закрывают. Все, у меня ТП-шка есть. ТП-шка есть. Я ТП-хнусь, мид. А я не вижу. Ну, я побью. Побейте, не бойтесь. Да. Опять он меня с собой. Да ты... А, меня закрыл. Хорош. Я тебя... Ломай барак. Глобалка. Лобал. Ой, хорош. Меня... А, меня душат. Найс форс. Мы не умрем. Ломай. Мы не умрем здесь. Просто ломаем. Крыса. Ломайте. Я ломаю. Хорош, отходим. Я живу. Глиммер еще дал? Еще глиммер продлили? Хорош, мужики. Антоха отдал свой сейв. О. Да, Гера нет. У тебя Егис. А Егис, да? Скай тоже блинк. Потеряли, да? Да, у него блин где? Я не знал.
Так, я в принципе, ребят, я куплю сейчас молнию. Я немножко пересоберусь, я глиммер. Пожертвую свой глиммер. У меня и Зерил есть на подсейв. И можно вот тут фуру где-то подождать. Я фура мёртв. Фура мёртв. 60 секунд. Все, так надо работать. Ты сколько у тебя фул? Гоу-гоу-гоу. Антох, вот так как-то. Пойдем со мной. Сможем, я думаю, если что. Гиблет. Гиблет. Опа, вот под этой рункой так вообще. Как думаешь, варды поставили они? Антоха, может диффуза? Вот здесь сейчас диффуза? Будем траксу убивать. Диффуза? Я очень хочу, чтобы ты диффуза купил и снимался с сала всех. За один файт по 4 диффуза получается тратить буду. Го сала. Я двойку дам ему и убиваю. Давай. Да. Проклят. Он говорит проклят. Древнее Тракса зло проклят. Непобедимо. Тракса проклят. Что ты берешь, я привезу он тут. Низ. Я просто на байбек хочу поставить. У меня есть байбек, ребят, если что. Вот с молнией другое дело отпушивать. Фурионы нам не страшны. Кто там пошел? Блин, ну это какой-то рафлан, честно говоря. Там продолжение есть, в твоем слове. А, боже. Ну Урса прям вообще никотиновый какой-то. Проклят. Хорош. Урса под никотином, осуждаю. Так, надо маны соснуть. У него есть план. И он его как придерживается, война. Слить эту игру, да? А нет, мы тут, нет, в принципе, тут могли слить, если бы я фидил, но я стараюсь уходить раньше. Не, не такой план. Слава. Хорошую игру подарили, да, ребятам, на самом деле, на видос? Реально, молодцы. Приятно такой контент дать. Опа, фура не ушел. Ой, я все потратил. Я ему собью рейпал. Я бегу наверх помочь. Там сам. Хорошо. Они дерутся. Они до того. Я фуру на топе убил и топ ломаю. Т2. Развернитесь, сидите вот сюда. А мы так все-таки. Все, забили их, да? Ну я Т2 сломаю. Все-таки ЕТОТ Аркадию пишет чел. Но ребята молодцы, ВС, да, хорошо сыграли. Да, кстати, урты против нас, которые тускары. Ой, хорош. Чисто овнинг, да? Ладно, лечу к вам помогать, ребят. Но вы решили таки просто закончить, да? Давай, давай, давай. Что, уже не так? Что за форстав? Руинерский был, вот, я вижу. У меня нету разбило просто. Это не мой, это у Антохи, вон у Антохи КД просто. Ага, 3 секунды у меня до конца КД. 19 секунд прилечу к вам. Мы еще не выиграли, вы уже рафляните. Да не, я думал, ты драться хочешь, я тебя поближе к ним. Ну так я подрался, проверяй. Ладно. Сейчас прилечу, закончим. Меня бьют, о, пофиг. ТПшка. 3 секунды, блин. А мне интересно, так. Жизнь он ее разбил. Просто прилетел. Так, по-тихому его успокоил. А что такое? У меня не хватало. Центриков вот это нет. Я. Центриков нет. Нормально, я тут приму вот так. Тракса сидит в инвизе. Ах ты, смотри, живучий какой. Ладно, Траксу-то добью. Не отпущу, дядь. Наяриваю. Отпускаю. Что ж он так, блин, жесткий такой, на омнике, так и не пробил. Прикиньте, продажу за фул пофиксили. Ее давно пофиксили, между прочим. Нет. Спасибо. Такая тишина. Ребят, на самом деле... Видосик получился неплохой, интересный. 56 минут контента, реально, еще не считая того, что мы вначале что-то дали.
В принципе, комбинация, ну, среднерабочая, но ребята ВС, в принципе, неплохо шарили и не давали нам возможность, что они соло где-то стоят, да, чтобы можно было соло как-то вот так таргетить. Но в целом работает, ребятки. Если против вас будут оппоненты менее опытные, то, конечно же, эта комбинация по кайфу вас развеселит. Поэтому пробуйте с ребятками, пробуйте с друзьями, ну и, в принципе, на этом все. Вам понравилась катка в целом, пацаны? Ну да, такая, точно. Да. На редкость потненькая. Ну так, отчасти потненькая. Ну, мы, в принципе, я не скажу, что мы оверпотели, но пришлось немного подумать лично мне, потому что я столько с крипами воевал этого Фуриона, потому что у нас, в принципе, Урса и Тускар, они к крипам вообще не подходят, даже если посмотреть по крипстатам. Что у нас, у меня 310 крипчиков просто наколочено. Урсы 184. Мы когда хантили их, они очень сильно нас доджили. Вообще не. Да, они вообще просто как... Я не понимаю, насколько... Ну, типа, там нету варда в том-то и дело, что варды мы поснимали, да, а они просто нас доджат, реально, как будто там есть третий глаз. Стоят на базе, друзья. Но это говорит о том, что они, в принципе, что-то понимали в этой игре, правильно? Реально. Вот, так что так. Ну и на этом все. С вами был Ксаназа, друзья. До скорого. Пока-пока! Хорошо, ну лайк не забудьте поставить-то, ё-моё, хватит уже. Лайк, подписка на OnlyFans.